Вот, и когда я красила забор, мне на руки попала краска, и когда я вот просто вот, ну да, вот как бы вот так вот руками сделала, у меня остались вот следы. Киноуроки в школах России – это система воспитания школьников посредством художественных фильмов и социальных воспитательных практик. Проект направлен на воспитание у школьников традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирование образов положительных героев, будущих моделей поведения. Специально в рамках проекта создаются профессиональные детские художественные фильмы. Каждый киноурок посвящен одному общечеловеческому понятию. Киноуроки в классах проводятся ежемесячно и начинаются с подготовки и просмотра детского короткометражного художественного фильма. После просмотра школьники вместе с учителем участвуют в обсуждении, делятся своими впечатлениями и формируют заложенный принцип человеческого качества. Ребята под руководством учителя придумывают общественно полезное дело на тему киноурока. Педагог формирует план действий и сроки выполнения мероприятия. Юля, и она сказала во время премьеры, что в фильме она должна в меня влюбиться, а на самом деле она меня ненавидит. Я думаю, что это совершенно нормально, потому что она мне тоже не совсем нравится. В юном месяце апреля в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше ели, не ведая приказ. Подходишь к нему, спрашиваешь, что ты добился в своей жизни? Он говорит, ну, я выучился, я поступил в университет и работаю. А что еще? Больше ничего. Мне не хочется, чтобы меня вот так вот спрашивали, я так просто отвечал. Мне хочется участвовать в разных проектах, не знаю, там, участвовать в жизнедеятельности города и помогать, и даже хулиганить. Ну, чтобы обо мне оставался какой-то след в этом, в городе, в России, в мире. Ежемесячное систематическое проведение в школах киноуроков и социальных практик позволит школьникам самим проявлять инициативу в реализации добрых дел. С помощью искусства кино педагогики получили эффективный инструмент воспитания. Закладывая сегодня в детях фундамент лучших человеческих качеств, мы решаем задачу построения будущего общества созидателей. Я снималась в фильме «Новогодний подарок», темой которого стала доброта. И я считаю, что в созидательном труде главное вот это понятие – доброта, потому что нельзя делать добрые дела, не чувствуя внутри доброты. Не все заботятся о природе, вот. И не все готовы даже донести бумажку до мусорки, не пройти пару метров. Это очень огорчает и печально. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней сирены. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестокой рот. От чистого истока, прекрасная далёка.
зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает.